Год 2005, июнь. Наша экспедиция продолжает работать в Северной Европе. И сейчас мы находимся на юго-западе Швеции, в Гетеборге. По численности населения это второй после Стокгольма город страны, крупнейший порт Швеции, центр судостроения и автомобилестроения. Здесь есть университет, морской и художественный музей, оперный театр. В этом городе мы проведем всего несколько часов, и потому не сможем познакомиться со всеми его достопримечательностями. Зато мы встретимся с русскоговорящими жителями Гетеборга, с теми, кто 10 лет назад создал здесь русско-шведское культурное общество. Это довольно большая общественная организация, более 1000 человек. Эти люди испытывают потребность в общении на родном языке. Эти люди из числа тех, что живы не хлебом едины. Итак, центр Гетеборга, магазин «Бабушка». Здесь торгуют русскими сувенирами и продуктами. И здесь работает правление русско-шведского культурного общества. И этот магазин одновременно и центр русской культуры, место встречи членов русского общества. Между прочим, они так и говорят: «Встретимся у бабушки, зайдем к бабушке». У бабушки мы встретились с нашими героями. Инна Хромова-Плеханова, председатель общества, бывшая москвичка, в Швеции живет 10 лет, воспитывает 3 детей. Ольга Демидова-Сунстрём, член правления общества, бывшая москвичка, хозяйка магазина «Бабушка». В Швеции живет уже 20 лет, в семье Ольги дочь и сын. Николай Гилев, член правления русско-шведского общества, солист Гетеборгского оперного театра. В Швецию приехал из Латвии 11 лет назад, в семье дочь и двое внуков. Вот благодаря в первую очередь этой троице и объединились люди с русскими корнями, живущие в Гетеборге. Я отношусь к числу, наверное, здешних динозавров. В том смысле, что я приехала 20 лет назад. И я, наверное, была одна из 10 живущих здесь в то время русских, которые родились в России и переехали в Швецию. С тех пор как бы очень много чего изменилось. И вот буквально последние годы из 10 нас превратилось в 2500 русских, которые сейчас проживают здесь. Так что за это время как бы и Швеция изменилась, ведь не только русские приехали, приехали другие национальности тоже. И она изменилась, общество изменилось в принципе, как бы стало более интернациональным и, на мой взгляд, стало лучше, чем раньше. Хотя раньше было тоже хорошо, просто по-другому. Николай Гилев, закончив Рижскую консерваторию, 3 года работал в Германии. Контракт закончился, и он вернулся домой, в Латвию. Но места в оперном театре для него не нашлось. Чтобы прокормить семью, тенор работал гидом в туристической фирме и даже телохранителем. А потом его пригласили в Швецию. И когда мне предложили ехать работать по моей специальности, даже в ресторан, за $7 за вечер, я согласился. Потому что я подумал, что потом я дальше уже как-то выгребу. Ну и потом, через полгода я прослушался, меня взяли в Мальмо на 2 спектакля. И потом взяли в Гетеборге, когда я прослушался здесь. Уже сначала на 3 месяца, потом на год пробный и потом на постоянный. Вот я попала в Швецию случайно, мне здесь очень понравилось. Случайно-то как? Случайно я просто познакомилась с людьми, которые жили в Гетеборге, и они мне помогли перебраться. И таким образом я сюда попала. Приехав сюда, мне так все сразу понравилось, потому что вот здесь как раз я нашла то, что мне, наверное, не хватало в России. Какой-то свободы внутренней. Может быть, не внешней, но внутренней свободы. И главное, что можно было быть тем, кем ты есть, и не нужно было притворяться. Но сейчас это же и в России тоже есть. Но на то время это было, конечно, большое достоинство. Поэтому, ну и так сложилось. И вот потом я встретила одного человека, в которого я влюбилась, вышла за него замуж. Вот так вот и осталась я здесь, в Швеции. Этот человек соотечественник твой? Нет,
Нет, это был швед. И мой шведский период характерен тем, что я по-русски вообще не говорила. Приехала сюда в 19, и, в общем-то, несколько лет я не говорила по-русски и полностью совершенно погрузилась в эту шведскую атмосферу. Чувствовала себя абсолютно шведкой. Вы знаете, я быстро привык, потому что у меня был опыт жизни за границей, а Швеция мне больше напоминала Латвию. То есть архитектура, культура, традиции, что там латыши, я чувствовал себя гостем, что здесь шведы, я тоже чувствовал. Просто шведы немножко более лояльны к русскоговорящим, чем латыши на тот момент. Я там тоже ходил с транспарантами, когда мы добивались самостийности Латвии. Это был 90-92 год, стрельба чуть-чуть и так далее. И мы все хотели отсоединиться от Советского Союза, быть гражданами. Я даже получил какой-то там документ, кандидат в граждане, там номер какой-то. Но, к сожалению, когда власть оказалась в руках наших братьев-латышей, то уже про русскоговорящих забыли. Я почему говорю русскоговорящий? Потому что я не причисляю себя к какой-то из наций, то есть русским или латышам или там украинцам, потому что у меня очень смешанная семья. Мама с Украины, отец с России, Сибири. Я родился в Латвии, то есть советский человек. Но дома говорили по-русски. С кем-то В 19 лет ничего не тяжело, абсолютно, поверьте. Потому что вся жизнь впереди, и видишь только возможности, хочется учиться, хочется понимать, хочется видеть, хочется общаться. Безусловно, иммиграция как бы становится тяжелее, чем старше ты. Когда ты переезжаешь в другую страну, тем тяжелее тебе привыкнуть к правилам, ну, ко всему, в том числе и к языку тоже, я думаю, достаточно сложно учить язык уже во взрослом возрасте. Мне было несложно. Я начала говорить по-шведски, наверное, через несколько месяцев, и как-то это все естественно получилось, что я не чувствовала никаких сложностей с этим. Я думала по-шведски, я не думала по-русски. Николай Гилев доволен тем, что занят во всех спектаклях оперного театра Гетеборга, включая мюзиклы. А руководство театра довольно тем, что в труппе есть русский певец. Только что прошел Борис Годунов. Вот, с большим успехом. Был гость из Санкт-Петербурга, дирижер Александр Поленичко. И Сергей Алексашкин пел бас, тоже из Санкт-Петербурга. Это два гостя только было. Остальное все своими силами. Я помогал. Я обучал шведов русскому выговору, так сказать. Мне за это платили даже деньги, то есть коуч оплачиваем здесь. Вот, и мы готовились где-то месяца 3-4, то есть вот это сначала текст, 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 а потом уже сценические репетиции. Режиссер был швед, ну и мне понравилось, что поставили, так сказать, в духе, то есть не было никаких искажений там, типа, как вот, например, в Лондоне поставили там кабак, и проститутки, и наши там пьют водку. То есть этого такого не было. Был действительно исторический, как говорится, сценические образы исторические, костюмы. И единственное, что он сопоставил так под кафтаном царя, был китель, значит, Сталина. Ну, то есть такая ассоциация. Ничто. Oh!
Ольге Сунстрём, которая уже несколько лет не только говорила, но и думала по-шведски, вдруг проявились ее русские корни. «Меня потянуло на все русское», — сказала она. И проснулся большой интерес к русской культуре, книгам, фильмам, театру. И в это же самое время в ее дом вернулся родной язык. Так случилось, что я встретила нового человека в своей жизни, и он оказался русским. Сейчас я думаю по-русски. Ну, наверное, это связано с тем, что мы дома говорим по-русски, и с тем, что как бы по своей работе я очень часто общаюсь по-русски. Много лет Ольга работала консультантом в шведских фирмах, которые выходили на российский рынок. И наступил момент, когда она решила создать свою фирму и открыла в Гетеборге магазин «Бабушка». Буквально последние годы, как я уже сказала, очень много изменилось в Гетеборге. Очень много появилось русских. И как бы в связи с тем, что я часто с русскими общалась, я у всех услышала, что не хватает какого-то русского, ну, как бы центра, какого-то места, куда бы русские могли приходить и встречаться с друг другом, и, может быть, даже что-то приобретать, например, продукты русские, книжки, кассеты, видео. И вот, я не знаю, долго не думая, я решила, что вот я это и попробую сделать, потому что если не я, то кто-то другой буквально в ближайшее время бы сделал то же самое. Всегда, вы знаете, когда живешь за рубежом, хочется русского, солененького огурчика, хлеба, кваса. И к нам мы вызывали из Стокгольма, есть русский магазин. И к нам они приезжали, как бы выездная торговля. Мы всегда собирали столько людей, и это было на протяжении 10 лет. И все говорят: «Инна, ну уже пора нам уже, ну что же ты все время вызываешь этот магазин, 500 километров едут». И Ольга, она очень инициативный товарищ, она говорит: «А почему бы нам действительно не сделать русский магазин?» И вот благодаря Ольге и ее мужу открылся этот магазин. Инна, председатель общества, она моя подруга. Я ее очень люблю, и мы с ней давно дружны. И для меня это было естественно, потому что когда мы с ней говорили, обсуждали планы открытия магазина, мы как бы всегда и думали сотрудничать. То есть я как бы взяла на себя одну часть, она берет на себя другую часть. И мы видим, что как бы вот сотрудничество, оно дает хорошие плоды. Мне кажется, что лучше для всех, если как бы мы объединены, потому что это получается как бы небольшой культурный центр. И здесь вся информация у нас, как бы центр. Мы здесь собираемся, потому что всегда народ, знаете, в русский магазин приходят все русские. Теперь им хочется пельменей, русских конфет, пряников. Поэтому здесь очень вероятно всегда встретить и обсудить какие-то вопросы, да, каждый день, в принципе. Я сюда захожу каждый день решить вопросы какие-то, встретить кого-то. А шведы заходят в твой магазин? Да, они заходят. Они заходят с удовольствием, потому что, как вы видите, это не совсем такой типичный магазин, продуктовый магазин, как вот мы привыкли это понимать. Тут на стенах висят картины русских художников, их можно приобрести. Вот за мной здесь у нас большой стенд разных сувениров российских, матрешки, самовары, что хотите. И мы активно пытаемся, даем попробовать русские продукты, пытаемся, ну, как бы разъяснить, что это вкусно. И к нам в последнее время все больше и больше заходят шведы. Если на театральном, оперном уровне, значит, все это окей, это профессионализм, там, работа, то хочется для души что-то спеть. В связи с этим мы организовали здесь русское общество в 96-м году. Вот, и при обществе, так сказать, ансамбль песни и пляски в количестве 3 человек. Скрипка, гитара и голос. Калинка, трио. Вот, ну, из калинки, трио пошли дальше. Русские трио, трио на здоровье. Сейчас организовали ансамбль «Карнавал» танцевальный, девушки танцуют. То есть живем и радуемся. Ту-ту-ту. В русском обществе Гетеборга, напомню, более 1000 человек. Кто
кто эти люди и почему откликнулись они на призыв Инны, Ольги и Николая объединиться. Существует две категории русских. Есть русские, которые уехали сюда по причине того, что они встретили человека в своей жизни, он оказался шведом, и теперь они поменяли место жительства и живут здесь. Они, безусловно, менее как бы зависимы от контактов с соотечественниками, хотя и они тоже время от времени испытывают желание пообщаться. Да просто так поговорить, зайти, узнать последние новости или узнать, что... или познакомиться с кем-то, потому что это всегда приятно. А потом есть большая другая часть. Вот та вторая часть — это русские, которые эмигрировали сюда семьями, которые приехали сюда с родственниками. И, безусловно, им сложнее ассимилироваться в шведской культуре. Они говорят по-русски дома, они... у многих дети взрослые, они как бы, и они испытывают какие-то ностальгические чувства, им хочется русских продуктов, они привыкли и хотят как бы вот, для них это как бы частичка родины, и часто, зачастую здесь люди приходят и встречаются, и знакомятся у нас здесь, и потом продолжают дружить, у нас есть тут есть пункт обмена, где люди могут поменяться литературой, газетами, книгами. Очень часто приходят люди, и вот как бы вот меняясь, смотря, выбирая книжки, начинают говорить друг с другом, начинают дружить, можно сказать. Я знаю много таких историй, мне рассказывали, как люди познакомились у нас здесь. Я думаю, что это естественно. У всех наших героев есть дети, а у Николая Гилева еще и внучка, и внук. В семье дочери, сказал Николай, русский язык еще живет. Внучка говорит, хоть и ломано, но очень хорошо говорит. Вот, и внук будет говорить. Вот их дети уже не знаю. Потому что поддерживать русский язык в семье — это довольно тяжело. То есть этим надо заниматься. А когда в семье все заняты, то, как говорится, хватает того, что мы разговариваем с ними только по-русски. А остальное количество дней там, и часов они проводят, конечно, в шведской компании. Поэтому они больше говорят по-шведски, чем по-русски. Но любят русский язык, любят ездить в Латвию, называют ее тоже Россией. Хотя я все время объясняю, что это немножко другое, но там же русские. Инна, а ваши дети, они русский язык знают? Во всяком случае, по-русски они понимают. Для этого я езжу все время в Москву на 2 месяца. Там бабушка и дедушка шведского не знают, и им приходится 2 месяца говорить по-русски, и они прекрасно усовершенствуют свой язык. Ну и стараемся девочек там приобщать. Вот у нас кружки есть, дети ходят там, рисуют, говорят по-русски, там спектакли какие-то играют в русском обществе. Что можем, делаем, но не заставляем, так сказать. Ну, это уж их выбор. Жизнь идет, да. Да. Главное, чтобы они не стеснялись, что они русские. Потому что есть очень много разных семей национальностей, где дети вот стесняются, и там в школах их начинают тоже как-то немножко притеснять в этом отношении. Ну, сами дети там, баловство, так сказать. Но это чувствуется по детям, то есть вот есть, которые стесняются. Ну, наши дети... Нет. Я хочу их видеть счастливыми людьми, счастливыми для себя самими, людьми, которые были бы довольны своей жизнью и радовались ей каждому дню. Ну, а как родители всегда мы хотим, может быть, интересной жизни для детей тоже, может быть, карьеры, может быть, каких-то успехов в той или иной деятельности, но это пускай уже решают они. Мне кажется, что дети, у которых как бы международные родители, как бы разные родители, они должны себя ощущать космополитами. Мне кажется, что вообще люди должны так себя ощущать. Вот новое поколение, которое растет, оно уже не будет как мы. Они все буквально с 5-летнего, с 6-летнего возраста пользуются интернетом. Они общаются, для них нет вот этих вот географических границ, как в нашем понимании, когда мы росли. Они уже стерты, потому что они часто путешествуют, они пользуются интернетом, они получают информацию из разных стран, и они не боятся этого, они не боятся как бы чужой культуры. Для них это не такой большой барьер, может быть, как для нас.
когда-то. В какой стране ты бы хотела жить? Ну, я не знаю. Может, я хочу не жить где-то, или, ну, я хочу туда-сюда. Ну, в Швеции, в Америке, в России, знаешь, туда-сюда немножечко. Ты хочешь весь мир увидеть? Да. И хочешь пожить в разных странах? Да. Конечно, я русская, и вот то, что я могу дать, я стараюсь максимально делать. Конечно, я хочу, чтобы моя дочь и мой сын, они бы знали, они бы читали те же книги, которые я в свое время читала, они бы видели те же фильмы, и я очень хочу, чтобы они воспринимали Россию так же, вот как я ее воспринимала, и видели ее, часто там бывали. Одновременно я совершенно не хочу, чтобы они чувствовали себя русскими, потому что они родились в этой стране, они, старшая дочь ходит в школу здесь, и, естественно, это ее первая родина, как бы, естественно, она будет чувствовать себя шведкой. Я не считаю, что, я считаю, что это правильно, абсолютно, совершенно. При этом я хочу, чтобы она, как бы, имела весь тот, все те возможности, как, ну, как бы, понять русскую культуру, которую имела я, и в том числе и американскую, и любую другую, которая ей понравится. Это же обогащает человека. А в доме Инны говорят только по-русски. Это строгое правило установили для детей родители. Но они говорят: мама, ты не забывай, мы шведки. Шведы и шведки. То есть они уже, как бы, менталитет у них, они ходят в шведскую школу, у них друзья, большинство шведов, общаются они с русскими только в русской школе. Ну, что делать? Я считаю, что это так и должно быть, потому что мы здесь живем. Мы здесь живем. Я не могу сказать, что они так уж очень ошведились, извините за это слово. Но... В русском обществе работают курсы русского и шведского языков. Здесь дети занимаются в кружках, учатся петь, танцевать, рисовать и общаются при этом только на русском языке. Здесь можно найти переводы на русский всех основных шведских законов. Здесь ведет прием русский психолог и работает библиотека. Обществу очень помогают местные власти. Коммуны выделяют деньги, необходимые для реализации всех интересных проектов и даже на закупку русских книг. Как встречают Инну местные чиновники? Очень хорошо. Вы знаете, я всегда считаю, что где бы ты ни жил, ты должен быть просто приятным человеком и уметь разговаривать с людьми. Это независимо, мне кажется, где. Просто надо прийти с открытой душой и попросить. И у меня никогда не было отказа ни в чем. А еще при обществе есть церковный совет. В него входит более 100 человек. Сейчас совет собирает деньги на строительство в Гетеборге русской православной церкви и даже организовал несколько благотворительных концертов. До этого русской церкви в этом городе вообще не было? Вообще не было, нет. Мы все ходили, слава Богу, нас пускали в сербскую церковь, у них своя есть. И поскольку мы одно вера, то мы туда ходили, естественно, и нас пускали, и до сих пор мы ходим. Но мы очень хотим, чтобы у нас была русская церковь. Это очень важно. И сейчас все разрешения почти получены, потому что здесь очень сложно. Нужно опросить соседей. Мы давали массу концертов, чтобы привлечь, я имею в виду соседей, которые находятся вокруг церкви, потому что нам необходимо их разрешение. Мы давали массу концертов. Показывали, что нас не надо бояться, мы русские, что мы умеем петь, танцевать, и это действительно от нас не отнять. У нас очень много талантливых людей здесь, и пианистов, и скрипачей, и певцов, и чтецов, и совершенно разная подготовка у всех, но все как-то стремятся, чтобы церковь была построена. Вот с такими людьми мы встретились в Гетеборге. Они живут в Швеции, но остаются русскими. Между прочим, Инна – потомок известного русского политического деятеля и философа Георгия Валентиновича Плеханова, а русский муж Ольги – из знаменитого рода Демидовых. Но разве можно не гордиться такими корнями?
«А что у вас русского?» – спросила Николая Гилева, человека, который родился в Латвии, а теперь живет в Швеции. И он ответил, не раздумывая. «Душа. Больше ничего. И вообще еще память. Те добрые моменты, счастливые детства. Я провел и в России, в Сибири с бабушкой, и в Латвии в пионерских лагерях. То есть все это, как говорится, осталось у меня. А самое интересное, что я воспитывался на русской литературе. И я гордился, что я русский. И сейчас, наверное, горжусь. И хотелось бы, чтобы Россия поднялась, была такой, какая она была в тех мечтах, когда я был маленький и жил в Латвии. От хитарет де шенсос вот. Душа и память. Но, конечно же, это они не позволяют людям превращаться в Иванов, не помнящих родства. Только они. Душа и память.